Прямиком с орбиты. Торжественно разворачивают космическое знамя Победы. В невесомость оно отправилось с посылкой космонавтам в августе 2023 года. Вернулось в октябре. Подобного в мире не случалось. Знамя космонавты брали с собой, возвращали, но не было на них автографов. Потом участники расписывались и передавали в музей. Но у нас уже с автографами оказалась на Международной космической станции. И здесь мы стали первыми. Свои подписи оставили Хабибулла Ахметович Байтеев и Анастасия Алексеевна Горина. В прошлом году она отметила 100-летний юбилей. В годы войны она была разведчицей. Сегодня женщина сохраняет бодрость духа. Сама убирается дома, занимается огородом и даже пишет стихи. Нелегко отдавалась Победа. Все ковалось на ходу. Теперь живем с большим запасом. Не победит нас никому. Дочь ветерана рассказывает, внимание и участие в такой интересной акции Анастасии Алексеевне приятно. Она очень довольна, конечно, этим была, что помнит о ней, и она очень гордится всеми людьми и молодежи. Какая внимательная сейчас молодежь к пожилому человеку. В ближайших планах активистов вывести на орбиту флаг России и затем тоже привезти в Оренбург. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня.